В Ульяновске отметили 87-ю годовщину со дня образования воздушно-десантных войск. Основные праздничные мероприятия по традиции развернулись в Заволжье, в парке имени генерала Маргелова. Ровно в полдень здесь состоялось возложение цветов к памятнику дяди Васи. Так в десантных кругах ласково отзываются о советском военачальнике. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Ульяновской области Ольга Никитенко и председатель регионального правительства Александр Смекалин. Спасибо вам, уважаемые воины-десантники! За ваш труд, за ваши нелегкие ратные подвиги. А вас, уважаемые земляки, я поздравляю с этим нашим уже ульяновским праздником, праздником воинов-десантников. Затем солдаты 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады словно переместили всех присутствующих на поле боя. Настоящий оружейный залп, рукопашный бой, сражение на ножах. И все это на глазах у публики. Кто-то закрывал глаза и уши, а некоторые не могли оторвать глаз от показательных выступлений военнослужащих. Десантники в одно мгновение перебегали по канатам, мастерски перепрыгивали через бревна и совершали кувырки в воздухе. Казалось, что никакая преграда не может остановить русский десант. Среди участников показательных выступлений оказался 27-летний Валерий Тибиркин. Молодой человек может с легкостью жонглировать 16-килограммовыми гирями. Младший сержант считает, что быть десантником – это призвание. Желаю всем ветеранам, своим военнослужащим, с кем я служил, крепкого здоровья, совершенствования боевых навыков и не умываться. С днем ВДВ своих боевых товарищей, ветеранов, наставников, а также жителей города поздравили и другие обладатели голубых беретов. Хочу поздравить всех ветеранов ВДВ, всех праздников. Слава ВДВ! Пацаны, мирного неба над головой, чтобы все было у всех отлично. Уважаемые жители города Ульяновской области, от всей души поздравляю вас с днем ВДВ. Желаю крепкого здоровья, всех благ земных. Я желаю тем, кто служит, чтобы были здоровы, живы, чтобы семьи были хорошие, ждали. Ну, а ветеранам здоровья. Чтобы побольше были таких праздников. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.